В администрации Первоуральска определили перевозчиков, которые в ближайшие 2 года займутся обслуживанием 19 автобусных маршрутов. В 3 аукционах победили 2 компании, одна из которых представлена на городском рынке пассажироперевозок впервые. Транспортники уже получили проекты контрактов на подписание. В случае подписания в течение 2-3 дней со своей стороны администрация подпишет данные контракты. И далее уже будем осуществлять контроль за перевозками, соблюдением расписания, соответствие транспорта, именно класса автобусов, которые были заявлены в конкурсной документации. Всего в конкурсе пассажироперевозок были разыграны 3 лота. В 2 из них по 6 маршрутов и в 1 – 7. В зависимости от их протяженности предъявлялись требования по классу автобусов. До 39 мест, где поток пассажиров меньше, и свыше 39 на маршрутах, пользующихся наибольшим спросом у горожан. По итогам проведения аукционов удалось сэкономить часть бюджетных средств. В администрации рассматривают вариант направить их на компенсацию затрат перевозчиков на установку терминалов безналичной оплаты в автобусах.